Привет, дорогие друзья, с вами Леонид Контрибус, и сегодня я научу делать анимации в Капкуте. Ну, заодно покажу, как я это сам делаю. Ну, а пока подпишись на мой канал, чтобы не пропускать мои новые ролики, и не забывайте про колокольчик. Ну, сейчас я вам все подробно объясню. Первым делом заходим в новый проект, выбираем любой фон, который вам по душе. Убираем концовку, выбираем какую-нибудь любую PNG-шку. Я выберу себя вот с таким вот серьезным лицом. Дальше, как сказать, нажимаем вот на эту кнопку, потом уже двигаем персонажа. А вот и наш результат. Теперь анимация оружия. Нажимаем добавить изложение, фото, потом выбираем любое оружие, которое вам по душе. Главное, чтобы оно было без фона. Так, после же делаем все как надо. Вот, чтобы чуть-чуть не было видно, обрезаем нашего персонажа любого. Потом убираем его взад, оружие наше. Потом же также делаем анимацию, чтобы, как сказать, персонаж доставал его. Обрезаем, чтобы его было видно полностью. И все. Ну что ж, если я тебе с чем-то помог, не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Ну что ж, с вами Леонид Контрибус, всем удачи и спасибо, и всем пока, ребята.